Дарьей Толстой. При равной игре одни забивают, другие не забивают. Пожалуйста, ваш вопрос. Так, интересная игра, особенно второй тайм. Первый немножко скучнее был. Ну, а так, счет мог быть крупным. Пожалуйста. А что случилось? 6 кулачка. Не играл на Агафьем, капитан, и вожака, знаете, нету, и разбрелись. Щелк. А что конкретно сегодня у вашей команды не получилось? Не получилось, долго отыграться, а потом еще один забил. Вы помните первый тайм, 42-43 минуты, два удара с вратарской мимо ворот. Вот как это объяснить, я вот не понимаю. Вот идет это вот полоса. А вот если сравнить игру первого круга, вы тоже проигрывали 0-2 «Зениту», да. Потом отыгрались 2-2. «Зенит» прибавил вообще? Прибавил. Команда прибавила. Просто там как бы, я думаю, первый тайм тоже моменты были, но два пропустили, перерыве очень серьезно поговорили, вышли, за 10 минут отыгрались. Были еще моменты, но опять же... Сегодня не получилось, замены могли. Можно хотя бы до перерыва, если бы мы сравняли еще, совсем другим настроением бы вышли на второй тайм. А так, только могу поздравить. А вы бы успехи не добавили позитива? Ну, вот знаете, где-то пробивает, где-то убывает. В кубке все замечательно, а в чемпионате идет недобор очков. Следующий разъезд, следующий дорога, идет стадион. Все тогда, спасибо.